у нас есть три или основа, да, принятия чтения. Какие у нас там три пункта основных, да? Какие эти пункты? Давайте озвучьте. Да, значит, у нас это соответствие арабскому языку. Да, соответствие арабскому языку. Это соответствие написанию, да, Корана во времена Османа, да, то есть, или то, что говорят Расмаль Османи. Третье, да, это иснад или цепочка передач. Да, это вот три вот таких основных у нас правила. И нам нужно будет подробнее о них поговорить. Первое – это у нас соответствие арабскому языку. Здесь можно еще как бы добавить, да, хотя бы, ну, соответствие арабскому языку в одном из вариаций, да, то есть можно сказать как бы в одном из вариаций, потому что, например, какие-то в арабском языке может быть, например, и так верно, и так верно. Или это может подойти, и это подойти. То есть оно как бы соответствует вот общему там смыслу или пониманию. Это соответствие арабского языка, да, может выражаться в нескольких пунктах. И вот эти пункты мы, у вас там отдельно тема есть еще, но она одновременно уже, сейчас мы ее как бы совместим. Это то, что мы говорили в прошлый раз немножко об этом тоже, да, что когда было ниспослание Корана, то было ниспослание на семи харфов, да, то есть вот этих вариаций разнообразных. И на самом деле есть много мнений, это уже там Улюмуль Коран, можно углубляться, когда, да, не просто так поверхностно, а вот углубиться и по поводу того, что же такое вот это Ахраф и Саба, есть там больше 40 мнений. Но самое такое, ну, по моему мнению, да, и вот то, что чаще встречается, как бы к чему склоняются ученые, да, что именно соответствие арабскому языку его семи вариаций, про которые мы сейчас будем говорить, это и то, что подразумевается под аль-ахраф и саба, да, или семь харфов, на которых был ниспослан Коран. То есть вот это соответствие арабскому языку, и оно, конечно, тут все взаимосвязано, да, тут у нас еще сейчас эти примеры, которые будут, буду вам говорить, чтобы вам было понятно, они все тоже связаны с Расмаль Османи и, конечно же, с Иснадом, три вот этих пункта основные, которые мы говорим как основа, да, то есть принятие правильного чтения. Первый пункт это то, так как в основе, да, когда мы говорим про то, что Коран был ниспослан на семи харфах, то есть это получается как бы семь таких, ну, вариаций, можно сказать, да, или в то, в чем может быть семь пунктов, в которых эти вариации могут быть. Так вот, первый из этих пунктов – это то, что у нас может слово различаться по числам. Да, то есть у нас приходит какое-то слово, и есть различия по числам в зависимости от того, какой у нас, например, опять же, имеется в виду кыра, да, то есть, например, у нас есть кыраты, и это то, что, по сути, отличает. Один, например, может отличать от другого. Например, возьмем вот такой пример. Например, у нас идет аль-мискин. Аль-мискин – это единственное число. И аль-масякин. Аль-масякин – это множественное число от аль-мискин. Теперь, если мы как бы тут, так как взаимодействие с следующим пунктом, то есть будет затрагивать его, потом еще упорядочится, иншаллах. В Расмаль Османи
Особенность такова, что было написание без точек, было написание, ну, и без огласовок. То есть, в принципе, не было ни точек, ни огласовок и вообще никаких знаков, да, кроме самого вот этого джисмель-келема, то есть, как бы, вот этот костяк букв. Да, то есть, вот, например, там, вот, амзетель-осов было просто алиф. Да, там, лям, мим, син, вот, без этих огласовок, без сукунов, без кастры, вот я, точек не было, да, то есть мы представляем, что вот это вот такое написание, ну, его трудно изобразить, сейчас попробую именно нарисовать, потому что печатно так не подскажешь, да, то есть вот, например, аль, если я не буду расставлять точки, то вот так оно будет выглядеть, да, то есть тут не ставлю, огласовки не ставлю. Вот это расмяни, то есть он вот так, да, и я говорю, что может быть различие, соответственно, по числам. То есть вот если я рассмотрю это как вот этот вариант, единственное число, то здесь, да, поставим здесь, допустим, я, здесь, ну, ну и огласовки вот как здесь. Если посмотреть на это число, то есть то же самое, вот этот костяк букв такой же, ничем не отличается. Но здесь есть еще алиф салыра, видите, маленькая алиф. Получается, ну и огласовки отличаются. Тут альми, а тут альме. И алиф салыра. Но костяк, видите, такой же. Просто на этот костяк мы можем добавлять, вот огласовки отличаться и вот маленькие буквы иногда, да, у нас проходит алиф салыра, там, я салыра, вау. То есть мы видим, что эти два слова, они различаются по числам, но если мы посмотрим второй пункт, который должно быть соответствие, да, какое у нас должно быть соответствие расмель-осмяни, и они оба соответствуют расмель-осмяни, потому что я вам показала вот этот костяк, да, если заберем точки сейчас, алиф, вот, то вот у них одинаковый этот костяк. Ну и знает, да, что третий пункт, который, что так должно было прийти, да, то есть оно может соответствовать расмель-осмяни и арабскому языку, но если это не передано, такой вариант не пришел к нам от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то даже если два первых пункта подходят, ну, оно не принимается, потому что должно быть, конечно, и передача от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть должно быть вот эти три пункта вместе. Хорошо, это у нас первый пункт. Это все мы говорим про соответствие арабскому языку. Второе, то, что может различать вот эти, опять же, то, что мы подразумеваем соответствие арабского языка, и имеем в виду, что ахаф ис саба, да, то есть вот эти моменты, в которых могут быть разнообразие, так скажем, в чтении. Это различие по спряжению глаголов. Различие по спряжению глаголов. Что имеется в виду? То есть иногда, ну, здесь нужно чуть-чуть как бы быть в теме спряжения вообще, чтобы было понятно, что это различие. Ну, как пример. Например, в одном варианте у вас будет талпауа, а в другом я пауа. Опять же, если мы глянем, то здесь я, здесь та, ну и здесь огласовки еще там отличаются, это то же самое. Да, то есть спряжение глагола отличается, но если мы вернемся к остальным двум пунктам, то есть расмель осмяни, да, то есть эти два слова, опять же, нарисую вам, чтобы вам как бы воспринималось легче. То есть так, идет, потом буква па, потом вау и айн. И тут, как вы уже себе видите, ага, если та, то та, уже две точки сверху поставили. Это уже потом, да, поставили для облегчения нашего чтения. Но в основе их не было, этих точек. Если это я, то есть в этом еще одна из чудес самого Корана, что этот расм универсальный,
да, то есть почему его, когда написали, вот настолько он универсальный, что ним объединилось, по сути, написание вот двух разных вариантов, да, то есть он ну, как бы объединяет вот разные варианты. Я, да, можно тут та, можно вот здесь, например, фатха, здесь удвоение из фатха, то есть это все добавлено потом уже, добавлено, конечно, на основе того, что перешло, опять же, возвращаемся к третьему пункту, от пророка, саллаху алейхи ва саллям. То есть любое из этих слов должно иметь вот эти обязательные три пункта. То есть что это соответствует арабскому языку, да, что так арабы говорят, и это арабский язык, но имеется в виду в основе, не то, что они сейчас так говорят, да, может, кто-то сейчас уже так и не говорит. Это имеется в виду в основе классического арабского языка вот во времен ниспосылания. Соответствует расму, да, они два соответствуют. И в определенных вот прочтениях, да, оно соответствует, тут есть цепочка передачи нисходящих к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, да, то есть непрерывная со всеми там условиями. То есть это различие по спряжению глаголов. Следующее, это может быть третий пункт, это может быть различие в иарабе или в грамматическом каком-то разборе, в грамматической функции, можно сказать, слова. Если мы возьмем, ну, конечно, скажу, кто арабский не очень может, это просто себе запишет и когда-то поймет, кто уже знает, он поймет, я думаю. Например, если мы возьмем там «уэля тус элю», то есть «ля» здесь просто как отрицание глагола настоящего времени. Да? Или может быть «уэля тес эль», мы видим тут в окончании, ну здесь огласовки чуть-чуть изменились. «Уэля тес эль» — это как повелительное уже здесь значение повеления, да, то есть у нас получается как нагия, ля нагия, запрет показывает, что не спрашивайте. То есть мы видим вот это изменение огласовки окончания, конечной, да, здесь вот во втором пункте это больше, хотя может быть и в конце, но здесь в основе, что меняется я на та, в основном такой функции, сам глагол, хотя здесь тоже глагол, но здесь в спряжении как бы меняется. А здесь меняется не просто в спряжении, потому что тут тоже та и тут та, а здесь именно как влияет окончание, то есть, например, как мы этот разбор уже будем делать, просто больше с иарабом так связано. Вот, это третий был пункт. Четвертый пункт, может быть, разница или расхождение в выставлении вперед или отодвигание как бы назад каких-то определенных слов, да, каких-то определенных слов. Здесь какой пример? У нас «уакаталю», «уакутилю». То есть просто смотрите, здесь после «каф» есть такой алиф маленький, да? «Уакаталю», «уакутилю». А здесь наоборот «уакутилю», «уакаталю». Да, то есть, ну, как будто наоборот. Огласовки расставлены, но слова те же самые. Только здесь, например, «уакаталю» расставлено, а здесь это второе слово «уакаталю». А первое, здесь второе «уакутилю», а здесь первое «уакутилю». То есть слова те же самые, но в ляхзе, в произношении, они в одном месте вот так читаются, а в другом месте вот так. Но опять же, вернемся к расму. Расм, что там и там совпадает, потому что эти два слова одинаковы у них расм. И так дошло до пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Да? То есть у нас должно быть всегда соответствие трем пунктам, поэтому я вам уже дополнительно их называю, что вам хорошо. Пятый вариант, да, у нас их семь. Это может быть ихтиляфиль ибдаль, то есть расхождение в замене букв. То есть что здесь имеется в виду? Что в одном караате может быть слово, допустим, с одной буквой,
а в другом другая, да, то есть если здесь у нас все как бы, ну, вот можно сочетать было на одном разуме, то иногда эти буквы, ну, например, буква «та» и буква «я», они имеют один разум, да, то есть как бы просто точки отличаются. Но, например, буква «фа» и буква «вау», они разные разумы, и их невозможно, ну, как бы точками просто различия показать, да, то есть их невозможно этими точками показать было различие. Поэтому, когда это было, вот когда писали вот эти масахи, да, когда их переписывали, то в одном посылали уже в разные там центры исламские, то когда это было невозможно сделать, то в одном мусафе писали один вариант, который приходит, да, достоверный, ну, от пророка приходил, а в другой писали другой. «Ватауакаль» и «фатауакаль». Но и тот, да, несмотря на эти различия, они считаются соответствием Расмуль Усмани, потому что это и то было, вот из этих масахив, которые мы говорили, да, во время Усмана, когда их переписывали, они как бы объединили в одном, то, что нельзя было объединить в одном прямо, вот как этот «фа» и «ва», то в одном мусафе, который имел такое прочтение с буквой «фа», да, который вот все другие пункты тоже совпадали, и того чтеца, которого посылали, да, что вот это, с этим чтением, ему давали, там, записано было мусафи, например, «фа», а другого, у которого там прочтение с «вау», и все остальные правила, конечно, тоже совпадали, уже было записано с «вау». Второе — это расхождение в удаленном и оставленном. И тоже примеры вам сейчас дам. То есть здесь мы вот видим, это опять же вот схожесть с предыдущим немножко, только в этом вот пункте, где «уа» и «фа», там как бы «уа» заменили на «фа». А в шестом это значит, в каком-то месте есть это «уа», ну, по сути, которое особо такого прям глобального значения не имеет, да, но все равно по какой-то мудрости Аллах Субхану ва Тааля поставил ее, то есть оно имеет смысл, да, там, определенный. Иногда можно это проследить в значении. Иногда, например, там, ну, кто там арабским языком занимается, да, может вам там тысячу значений, почему это «вау» пришло. А в другом, да, иногда мы эту мудрость не можем понять. То есть не все как бы охватывается умом человеческим, да, вся мудрость, которую Аллах Субхану ва Тааля там в Коране как бы постепенно открывается иногда, да, что-то одно, второе, поэтому все время читаешь, что-то новое для себя находишь. И... То есть, например, в одном мусафе писали «сари'у», а в втором «уа сари'у». Опять же, здесь просто «уа» на «фа» поменяли, а здесь «уа» есть, а «фа» просто нету. То есть и «уа» нету так даже. То есть нету этой буквы, просто ее забрали. Тут одну заменили на другую, то есть замена, а здесь расхождение в удаленной этой буквы или оставили, то есть удалили или оставили. Не заменили, а просто забрали. Да, тоже вот такое различие. И то в расме есть. И в зависимости от мусафа, который был отправлен в центре, да, могли быть вот такие расхождения. Опять же, в соответствии с трем основным пунктом. Это должно соответствовать арабскому языку, что так арабы говорят, это не на французском было написано. Потом, что это соответствовало расму, да, что, ну, это сейчас мы уже такие правила, да, что расму басмяни, плюс, что это такой иснад есть, да, то есть к пророку, саллаху алейхи ва саллям, возвращалось все. Вот. И седьмой пункт, он такой самый, можно сказать, разнообразный, в нем могут быть разные варианты, это различия в произношении. То есть различия произношения тех или иных, можно сказать, звуков. Да, например, как произносится фатха. Ну, не фатха, а алиф, например, в каких-то местах. Где-то она читается фатх у всех, как у хафс, да, там, за исключением одного слова. Фатха, а, мы читаем а. А в некоторых каратах у нас там есть таклиль, то есть чуть-чуть такое, в некоторых местах причем, заметьте, нету ни одного карата, где бы во всех местах читали таклиль, везде и пошли, нет.
Это есть в определенных конкретных словах по правилу, где он делается. Таклил, это чуть-чуть как бы с фатхи на касру переходит. Или ималя, это когда больше как бы к я подходит. Ну, вот в различии произношения, да, но грамматически, тут не в грамматике, а именно вот в произношении, может быть. Здесь уже больше оно на устной формате, да, то есть, ну, например, идгам где-то читают накис, да, а где-то идгам там кэмель, то есть уже тажид отличался. То есть вот эти различия в произношении, они все равно соответствуют расму, то есть должно подходить под расам, и должны быть от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, да, то есть исна должен доходить. Да, там про расы мы еще чуть-чуть подробнее будем, на следующий раз сначала скажу, но вот эти вот моменты обязательно понять.